Карен, осторожно. Спаси ее. Вы первые, кого я встретила. Первые живые, кого я встретила. Сколько еще осталось? 46 часов, плюс-минус. Нет. От продюсера фильма «Бабадук». Повсюду охотничьи отряды. Если хочешь дать малышке второй шанс, держись от них подальше. Ради чего жить? Это что? Ой, железо пока горячо. Отковали сюжевик. Ради чего надеяться? Я тебя не обижу. Честное слово. Поможем друг другу. Ради чего оставаться человеком? Рози? Нам туда. Мы найдем знахаря. Если ты болен, он даст тебе лекарство. Когда кажется, что все потеряно... Если до холмов я не дотяну, я на тебя рассчитываю. Не теряй надежду. Найди выход. Ты о своей девчонке беспокойся. Мы ждем, когда все снова придет в норму. Но мы ждем напрасно, да? У нормы теперь новое значение. Бремя! Восемнадцатого мая.